Кстати, а хотели бы продолжить свою деятельность? Да, насколько важно сегодня политузникам продолжить? Безусловно, я об этом уже неоднократно заявлял, как бы, и вот здесь у нас в первом моем эфире, это мой дебют вообще на телевидении, скажем так, вот в таком качестве. Вот, да, я решил продолжить заниматься любимым делом, журналистикой, а также публичной деятельностью. Это борьба за возвращение наших политзаключенных с тюрем российских, ну и возвращение наших граждан, которые находятся в плену.